It's El Clásico, the Spanish champions against La Liga's leaders, Barcelona against Real Madrid, live from the Camp Nou in the Catalan capital. Has been hyped. Let me give you a few facts. We have 13 World Cup winners, 2 World Players of the Year, the world's costliest player, 10 nominees. Все нормально. И, кстати, от Пепе ушел, и от Рамоса ушел, и колобочка покатила в дальний угол. Ну, ох, ну разве не красавица? Ну посмотрите, а. Улыбнитесь, Клаудио Браво. Ситуация почти как с графом де ля Фер и Атосом. Это шик! Ну что ты будешь делать, а? Ну как? Мама, я смотрю этот матч. Ну что ты будешь делать, а? Ну как? Мама, я смотрю этот матч. И главное, Браво, да? Вот в этот момент я чувствовал себя Клаудио Браво. Потому что с ним это иногда бывает. Но это расстрел. На тебя вот так вот вылетает Криштиан. Да, там Даниэл сбросит. Потому что надо забивать, ребята, когда забивать, когда прет. А иначе. Ах, Сережа Рамос, кого же вы стерегли? Чего же вы ждали? Реал атаковал, а Барса повела. Давайте смотреть. Ну ничего тут нет. Главное, чтобы быстро. Это Модрич. И Криштиану пытается отрастить себе глаз на спине, но не может. Все нормально. И, кстати, от Пепе ушел, и от Рамоса ушел. И колобочка покатила в дальний угол. Ну. Ох. Чего же вы ждали? Это было слишком рано для Карвахали и слишком поздно для Серхио Рамоса. Ситуация почти как с графом де ля Фер и Атосом. Главное, чтобы быстро. Это Модрич. И Криштиану пытается отрастить себе глаз на спине, но не может. Модрич! Ну что ты будешь делать, а? Ну как? Мама, я смотрю этот матч. Главное, Браво, да?
вот в этот момент я чувствовал себя Клаудио Браво, потому что все же было ясно. Он мог только сам промахнуться. С ним это иногда бывает. Да, там Даниэль и сбросился. А ну что он мог сделать? Он бросился. Ну что ты будешь делать? А ну как? Мама, я смотрю этот момент. И главное, Браво, да? Вот в этот момент я чувствовал себя Клаудио Браво. Потому что все же было ясно. Он мог только сам промахнуться. С ним это иногда бывает. Но это расстрел. На тебя вот так вот вылетает Криштия. Да, там Даниэль сбросился. А ну что он мог сделать? Он бросился, тоже не успел. А потому что надо забивать, ребята, когда забивать, когда прет. А иначе... Давайте смотреть. Ну ничего тут не было, все нормально. И это не чечевичная похлебка. Это один из лучших и самых красивых голов классика, что я видел, поверьте мне. Хороший наброс вперед. И вот сейчас Риша, гол! Гол Суареса! Потому что надо забивать, ребята, когда забивать, когда прет. Давайте смотреть. Ну ничего тут не было. Все нормально, все нормально. И, кстати, от Пепе ушел, и от Рамоса ушел. И колобочка покатила в дальний угол. Ну... Ох. Ну разве не красавица? Ну посмотрите, а.